Любители велоспорта – люди активные и неравнодушные. Сейчас, в период наведения чистоты и порядка, решили присоединиться к субботникам. Мытищинцы собрались у берега Яузы, в том месте, где проходит велодорожка. При себе грабли, перчатки и мешки. Цель – как бы познакомиться, в первую очередь, провести хорошо выходной день и держать наши велодорожки, которые для нас администрация сделала, в хорошем состоянии. Дорожки пользуются большой популярностью у всех велолюбителей. Здесь открывается прекрасный вид на Яузу. Вот только местами насладиться этой красотой мешает мусор. Хочется как-то порядок на велодорожках привести, потому что как-то приятнее кататься в чистоте и порядке. Очень обидно, что велосипедисты часто выбрасывают мусор около велодорожек. Но не все. Не все, конечно, да, но есть порядочные. Да. Город огромный, жителей много, мусора, к сожалению, тоже очень много. И почему-то в основном вокруг водоемов. Жалко, наше украшение городское, вот эти наши водоемчики и небольшие, и большие, но мусора, к сожалению, вот именно вокруг них все сосредоточено. Поэтому, конечно, чем больше народу выйдет на субботник, убирать берега, тем будет чище, красивее наш город. Благодаря активному участию мытищинцев удалось привести в порядок более 1,5 километра территории возле водоема. И на этом велолюбители останавливаться не собираются. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Мытищинский.